Выезд из Трехгорки на северный обход Одинцова – событие радостное и волнительное одновременно. Одни, наконец, смогут быстрее добираться до работы, а другие опасаются. Поселковая дорога превратится в скоростную магистраль. Жители частного сектора уверяют, уже сейчас по Второй Советской проезжает более 6 тысяч автомобилей в сутки. Дальше будет больше. Вот назвать по улице Первой Советской, это улица Гоголя. Здесь. Поэтому в любом случае надо принимать какие-то меры для того, чтобы ограничить съезд, именно съезд. А вы объединиться там не хотите в МПИС, в СНТ, забрать себе дороги общего пользования и регулировать эту? Это один из немногих вариантов ограничить движение по Первой Советской улице. Но в случае, например, создания СНТ и обслуживать дорогу должно товарищество. Впрочем, при ограничении движения по этой дороге сложности могут возникнуть у других жителей. Вот по Второй Советской мы едем и поворот на Одинцово. То есть у нас теперь она очень узкая. То есть, спасибо, тротуар, это большое дело, но все равно она немножко заузилась. И вот на этот перешеек иногда немножко помогало, как бы, когда поворачиваешь через, ну, на Говорова туда, это помогало немножко разгрузить. То есть я сам водитель. Первая советская. То, что на первый поворот. Мы не стоим в поворотнике. То есть не только оттуда, но и, соответственно, с Трехгорки идем. На Москву, и, соответственно, проехать направо на стрелочку уже не получается. И таких нюансов на границе частного сектора и густонаселенных жилых комплексов Трехгорки и Сколковского много. Решить задачу со звездочкой предстоит проектировщику при активном участии всех заинтересованных сторон. Я предлагаю все-таки эти задачи поставить профессиональной проектной организации, которая выйдет к нам и будет защищать варианты дальнейших потоков и то, как они будут направлены. Часто мы, ну, к сожалению, нам ни у кого из нас не хватит компетенции все быстро просчитать и выдать на гора нам тут решение. Пусть считают перемычку, существующие потоки, где вы их уже там счетчиком намерили, перспективу по северному объезду. Вот эти проблемы Трехгорки туда тоже должны попасть сегодняшние. В следующем году по плану должна начаться реконструкция улицы Чистяковой. Провести ее собираются в кратчайшие сроки. Будет передан в начале года нам проект. Как вчера проговаривали с губернатором, Минтранс уже дано поручение поставить это в госпрограмму. Всякая стройка займет, сколько, Сергей, на месяцев 6. Ну, до года точно. Да? Изъятие. Там просто еще земельные участки Матвеевского и там другие сложности, в том числе коммуникации. Да. То есть мы с вами четко понимаем, что по временной схеме проживем еще где-то, наверное, год. По итогам встречи приняли решение создать рабочую группу, в которую войдут инициативные жители. А пока дорожный вопрос будет решаться, для комфорта и безопасности автомобилистов и пешеходов на улицах 1 и 2 Советская будут установлены указатели ограничения скорости, появится освещение и искусственные дорожные неровности. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».